Меня зовут Лаврова Светлана. У меня своеобразный образ жизни. Я живу без еды и без жидкости, с минимальным количеством сна. Еще я по образованию, у меня несколько образований: психолог, психоаналитик. И сейчас мне интересно нейрофизиология. Почему нейрофизиология? Почему анатомия? Почему мне интересно тело? Именно потому, что на сегодняшний день очень многие люди пытаются добиться просветления. Просветления того, что уже с ними есть. Но очень часто это не осознается, не осознается по тем причинам, что не осознается по тем причинам, что они пытаются зацепиться за что-то не свое, за чужое восприятие картинки. И именно поэтому я начала изучать наше тело, начала изучать глубинно нейронные связи нашего головного мозга, чтобы через понимание, через логическую цепочку люди могли понять, как с ними происходят какие-либо состояния. Те состояния, которые очень часто и называют состоянием самадхи, состоянием просветления. Состояние свободы. Свободы воли — это иллюзия. Иллюзия та, которая создана человеком для того, чтобы еще больше поработить. Поработить, чтобы, когда человек думает, что он свободен, им легче управлять. У него создается мнимая картинка того, что он делает все для себя. И могу сказать, что мозжечок, он отвечает за координацию. За координацию рук, за координацию глаз, за координацию того, что мы делаем, то есть за любые движения, за физическое действие. А медиальная префронтальная кора — это там, где хранятся воспоминания. Но воспоминания чаще всего не глубинные, не воспоминания памяти, не воспоминания ДНК. И именно почему нам хочется добраться до наших глубинных воспоминаний, именно потому, чтобы узнать, а как мне действовать в той или иной ситуации, а что со мной будет, если я сделаю вот так. Потому как многие моменты мы уже проходили в нашей жизни. Многие моменты проходили в нашей жизни, но они остались как будто на заднем фоне. И очень часто случается с людьми, у которых была клиническая смерть, либо у которых были тяжелые заболевания, из которых они выбрались. Почему эти люди переосмысляют свою жизнь? И переосмысление идет как раз на том уровне, на уровне чувствования. А я хочу до вас донести, что это чувствование, оно основывается на нашем скафандре, на нашем теле. И наше тело, оно всегда получает сигнал из мозга. Но мозг, он настолько нейронные сети, нейронные связи у нас настолько с вами закручены, чтобы мы не понимали, как мы добились того либо иного результата. Наверное, у каждого из вас были те моменты, когда ты что-то захотел, и оно раз и сбывается, что-то захотел, и оно раз и сбывается. И как только ты чувствуешь, что вроде бы вот все, оно пошло, опять представляешь себе какое-то желание, и оно не идет. И ты не можешь отследить ту цепочку, что же с тобой произошло, какой нейрон дал вспышку и почему это случилось.
И когда ты осознаешь, что твое тело — это вся та же самая Вселенная, та же самая наша планета, только в маленьком воплощении тебя, то у тебя приходят другие осознания. То есть что такое планета? Планета — это всего лишь одна клетка, которая размножилась. Что такое человек? Человек — это всего лишь одна клетка. Из одной клетки появилось все остальное. И в нашем теле всегда идет состояние между борьба в нашем теле, между жизнью и смертью. И когда ты понимаешь эти состояния между жизнью и смертью, клеточное состояние, то ты начинаешь переосмысливать те моменты, которые происходят с тобой. Ведь только когда ты нейронными связями даешь сигнал своей нервной системе, то только после этого нервная система, она дает сигнал всему телу, и он работает как барьер того, что отсюда выход запрещен, отсюда не выйти. И ты начинаешь все осознавать с позиции тела. Ты начинаешь осознавать с позиции того, что я есть внутри этого тела. Хотя у тебя есть знания, хотя у тебя приходят образы, хотя у тебя приходят ощущения, те, которые ты когда-то, где-то, возможно, даже во сне, либо воспоминания из прошлых жизней, ты понимаешь, что есть что-то большее, чем то, в чем ты сейчас находишься. Но как только ты понимаешь структуру, строение, анатомию своего физического тела, как только ты понимаешь свою структуру своего физического тела, структуру головного мозга, как работает лимбическая система, как работает гормональная система, куда подает импульсы префронтальная кора, то только в этом случае ты можешь осознанно выйти из своего тела и стать всем тем, чем ты и являешься. И это будет не разовое состояние. Такие состояния очень часто человек может добиться через медитацию. Но медитация, когда ты просто выходишь на определенном состоянии из тела, а когда ты четко понимаешь, что ты отключаешь свой аватар, чтобы он оставался здесь, а ты можешь быть всем, то это другие состояния. То тогда не тело тебя возвращает, не какой-то громкий звук тебя возвращает, а тогда ты сам понимаешь, для чего тебе нужно вернуться в это тело, чтобы что. И это абсолютно другие состояния. Это не когда ты становишься наблюдателем. Это не когда ты наблюдаешь за тем, что происходит вокруг тебя. Это когда ты становишься состоянием наблюдения, наблюдателем наблюдаемого. Когда ты видишь все, что есть вокруг тебя, не глазами, а через состояние ощущения, которое проваливается в состояние чувствования. Тебе не нужно что-то видеть, ты становишься этим зрением. И это зрение тебе не нужно воспринимать и выводить его в картинку. Тебе не нужно выводить в картинку то, что ты увидел, потому что ты уже становишься моментально тем, что ты увидел. Ты становишься моментально тем, что ты почувствовал. Ты становишься моментально тем, что ты озвучил через свою вибрацию. И тебе не нужно через себя слышать, тебе не нужно через себя видеть, тебе не нужно через себя осознавать. Ты становишься чувствованием всего единого пространства. И это пространство, оно не заканчивается. Ты становишься чувствованием этого пространства постоянно. И ты запускаешь свой аватар
через префронтальную кору только для тех действий, которые ты будешь выносить как свое предназначение для чего-либо в этот мир. Но ты не становишься тем, кто живет в этом теле. Ты не становишься этим телом. Ты продолжаешь быть всем. И эти состояния, они немножко другие. К этим состояниям можно прийти через осознание того, что с тобой происходит. Осознание не через логическую цепочку, а через понимание, что происходит в данный момент от каждого твоего действия, где у тебя сработал импульс. Где у тебя пошел импульс, на что он отразился, и где ты его готов отключить не через силу воли, а ты его просто готов наблюдать в своем теле, как свое тело, как свою одежду. И это тело для тебя становится не чем-то выборочным, как в шкаф ты заглядываешь, и у тебя там много-много одежды. И ты выбираешь, что сегодня тебе надеть. А у тебя есть единое, тебе не нужно выбирать. Не нужно выбирать, потому что у тебя нет в этой плотности другого выбора. Так как выбора вообще не существует. Каким бы путем, потому как каждое тело, оно вибрационно готово принять каждую свою частичку, чтобы получить опыт того, чтобы вынести это в единое пространство. В единое пространство всего, чем ты являешься. И когда ты выходишь в единое пространство, и там просто ты будешь, потому что другого у тебя пространства нет, оно единое, то ты не можешь отделиться от кого-то, кто находится в этом пространстве. Ты можешь только отделиться там, в той плотности, где есть твое тело. И твое тело запускается, либо приходит в спокойствие, только через нейромедиатор. И очень часто человек пытается отключить искусственно те моменты, которые искусственно не отключаются. Искусственно отключить искусственные моменты нельзя. Их можно просто осознать. Осознать, кто ты есть. Осознать, для чего ты есть. Осознать, что ты сюда несешь через это тело. И тогда у тебя приходит осознание, есть ли в этом теле дальнейшая жизнь. Либо это тело просто всего лишь твоя закапсулированная маленькая цель, маленькое предназначение. И ты понимаешь, что вне этого тела у тебя идут другие процессы, иные процессы. Они не хорошие, не плохие. Это просто следующий уровень того, чего ты можешь постигнуть, потому что ты этим являешься. Ты не можешь не постигнуть чего-то, ты уже это есть. Когда ты откроешься перед этим, это зависит только от тебя, насколько ты готов, насколько ты плотный стал к открыванию того, что есть. Ведь очень многие люди не приходят к определенным состояниям не потому, что они глупы, ни в коем случае, а потому, как их тела не настолько плотны для других вибраций. И это просто их путь. Он просто есть.
И в том числе, опыляясь через таких людей, иные люди постигают другой плотности. Меньше или больше. И это тоже просто их путь. Но к более плотному телу можно прийти через осознавание, через знание нашего физического тела, постепенно отключая митохондрии и включая центр сома. И когда ты отключаешь митохондрии, которые питаются только этой плотностью, только той материей, которая есть в этой плотности. Это продукты питания, это выхлопные газы, это эмоции, это то, что есть в этом мире. То как только ты будешь готов к переходу в другой мир, твои центросомы начнут активироваться. И тогда той материи, которая есть здесь, тебе будет она для начала не обязательна, а потом она будет для тебя просто неинтересна. Но это абсолютно другие процессы. И технически, давайте так назовем, может быть, это грубо, технически это тоже можно сделать. Любой переход в любую плотность можно сделать не только через осознание. Осознание очень часто не наступает именно потому, что запущен сильный процесс регенерации митохондрий. И в этой плотности это очень хорошо. То есть человек с активными митохондриями, он очень здоров. В этой плотности считается достаточно здоровым человеком, достаточно выносливым. Но он не перейдет на активность, на активацию центросомы. Вот. И если есть у вас те моменты, когда бывает состояние, вы ими не напитаетесь в полной мере, но как только вы в них погружаетесь, вы очень четко понимаете, вы очень четко понимаете, да, конечно, тише можно, что с вами произошло, зачем это, и оттуда, как самый смак, достаете тот опыт, ради которого все это произошло. И не важно, что это произошло. Это какая-то тяжелая еда, это какой-то разлад с близкими людьми, это какое-то действие, которое в общепринятом понимании, возможно, даже где-то осуждается, кем-то осуждается. Но это все только для того, чтобы вы взяли тот опыт для вашей плотности, как пазл, сложили его в ваше тело, закрыли еще одно пространство, которое вы познали. Я просто читаю тут комментарии. Перуника. Я в самом начале сказала, ответила на ваш вопрос. Ребят, очень часто бывает такое, что человек услышал, увидел тех людей, которые живут без еды и без жидкости. На самом деле таких людей достаточно много. И
чем больше вы будете погружаться в эту тему, тем больше вы поймете. Просто не все они, не всем им интересно вещать, да? И у всех, я вам скажу, нет такого, что под один шаблон. Очень многие пытаются загнать людей, которые находятся на ином питании, так скажем, да, пытаются загнать под единый шаблон. Как он должен выглядеть, что он должен делать, как он должен говорить. Но я вам скажу, что когда вы переходите в определенное состояние, то ваше тело, вы понимаете, что когда вы возвращаетесь из единого пространства в свое тело, чтобы через тело транслировать в эту плотность то, что вы транслируете, у каждого есть своя задача, своя реализация, чтобы все ваши грани открылись. Ведь очень многие люди рассказывают одно и то же. Но через одни вибрации вы это усваиваете, а через другие вибрации ту же самую информацию, она вам кажется несуразной, бестолковой, может быть, какой-то неправильной. Но смысл всегда один и тот же. И это хорошо, что очень многие люди вещают, потому что вы каждый можете найти именно тот вибрационный посыл, который интересен, который воспринимается именно вами. Вами, вашим телом, вашей плотностью. И есть люди, которые рассказывают об этом, рассказывают на большие аудитории. А кто-то просто делится своим опытом. И я знаю, что есть такие люди, которые при переходе не справляются с тем, не справляются с тем, что есть в этом теле. Недавно общалась с мужчиной, который рассказывал, что когда был переход, и он подтягивался 100 раз и переставал подтягиваться только лишь потому, что кожа не выдерживала, кожа стиралась. И было очень сложно, потому что та энергия, которая была внутри, с ней, которую вовнутрь тела обратно возвращаешь, очень сложно иногда бывает справиться, потому что физическое тело не всегда готово к той энергии, которая есть. Потому как у вас настолько энергетическое поле активируется, что вы за несколько секунд, в принципе, можете сгореть. Самовозгорание человека происходит. И есть некоторые упражнения в определенных практиках, когда человек делает определенные упражнения, и человеку, который, например, кушает, их делать нельзя, потому что он просто не выдержит того, что будет подниматься в нем внутри. И эти состояния тоже нужно учитывать. Очень хорошо, когда вы идете постепенно, но когда вы идете постепенно, не просто уменьшая питание, не просто слушая кого-то, а когда вы обращаете внутрь себя все ваши знания, потому что знания, они единые, и все знания уже в вас. И только обратившись к себе внутрь, только поняв, что есть внутри вашего тела, только когда вы осознаете, кто он внутри вашего тела, только тогда он может выйти из вашего тела. Выйти из вашего тела тот, кого вы не знаете, не может. Кто выйдет из тела? И вот чтобы вы это осознали, кто есть там, есть очень много моментов, вариантов, назовите как хотите, чтобы познакомиться с собой. Но самое хорошее, самое простое — это через честность к самому себе. Но если в вашей жизни есть какие-то нерешенные моменты, хотя бы одно, то знайте, просто для себя, это не обязательно кому-то озвучивать, просто для себя знать,
что вы продолжаете до сих пор себе врать. Значит, вы себя стопорите здесь из состояния страха. Потому как при переходе у вас будет один из моментов, одна из ступеней того, куда вы пойдете, это будет ступень страха, леденящего, всепоглощающего. И когда вы понимаете, что страха не существует, это всего лишь тот момент, который был до страха. Потому как, когда вы его будете переживать, вы поймете, что такое страх есть истинный для вашего тела. Когда вы не можете выйти из тела, когда тело дает вам тот импульс, чтобы вас задержать, потому что только так он вас может удержать. Больше у него других вариантов нет. Только через состояние страха, потому как ничего другого больше не существует. Даниэль, опухоли можно избавиться? Да, конечно, можно. Избавляемся. Сколько надо на сухом голоде быть? Я не знаю, смотря что у вас. Вот смотрите, ребят, вы настолько готовы свое тело отдать тому человеку, которого вы не знаете. Вот вы спрашиваете, сколько нужно, чтобы растворились опухоли? Какие опухоли? Опухоли бывают абсолютно разные. Они бывают разные как по своей плотности, так и по размеру, где она вас окружают единомышленники. Потому что если вы находитесь в том поле, где у вас люди не поддерживают вас, то вы всегда будете купаться в их вибрациях. Вы всегда будете дополнять себя, свои страхи, свои сомнения не вашими эмоциями, не вашими вибрациями. Вы это тоже должны понимать. Кишечник надо чистить, смотря что у вас. Кишечник в 70% нужно чистить, но нужно понимать, что у вас с кишечником, есть ли у вас какие-то заболевания. И если у вас заболевание в какой-то острой форме, то лучше никакие новые действия вообще не принимать. Вот тут тоже пишут, кишечник чистит сам голод. Не всегда, ребят, вас интоксикация может убить как в прямом, так и в переносном смысле. Реда, я не знаю, о чем вы говорите. Просветление нейронов, создание новых цепочек при понимании чего-то. При понимании чего-то, как только вы знаете, как устроено ваше тело, как только вы начинаете познавать анатомию, как только вы начинаете познавать нейросвязи, как только вы начинаете понимать, как работает ваша нервная система, как работает ваш кровоток, потому что вы же, наверное, знаете, да, что у нас есть, так назовем, два кровотока. Я сейчас буду говорить самым простым мультяшным языком. Вот. Один, который образно бежит по нашему телу, а второй, который бежит по нашей голове. Потому что если бы они совпадали, то мы бы очень недолго прожили. У нас очень хорошо защищен мозг от некоторых сосудов и капилляров. Ребят, вы так легко раздаете какие-то рекомендации, но если, смотрите, если вам что-то помогло, это не говорит о том, что это поможет кому-то другому. Другого это может просто убить. Поэтому очень, очень аккуратно давайте рекомендации,
и очень аккуратно принимайте рекомендации. Потому что если у вас есть какие-то медикаментозные заболевания, то, конечно же, вы воду убираете в последнюю очередь, если вы выходите на лечебное голодание. Если у вас густая кровь, то вы добавляете определенные масла. Если у вас жидкая кровь, то вы добавляете определенные травы. Здесь очень много нюансов, и вы должны понимать, что в этой плотности у вас второго шанса не будет, никогда не будет. У вас есть только один шанс, один путь в этом теле. Страх заменяйте любовью. А вы думаете, что страх от любви с чем-то? Когда на положительные эмоции, это не выход из положения. Нужно смотреть и на любовь, и на ненависть просто через честность. Это существует. И любовь, и ненависть, она есть только в этой плотности. Она только лишь для того, чтобы вы познали эти состояния. Но и то вас делает плотнее. Не важно, что вы испытываете. Так не различает любовь это или ненависть. Различает только ваш ум, основываясь на социальной парадигме, на социальных установках, на социальном прессинге. И я уже не раз приводила тот пример, когда вы одна социальная группа на похоронах плачет, а другая социальная группа на похоронах радуется. То есть одни плачут, потому что ушел их близкий человек, а другие радуются, потому что близкий человек перешел в иной мир, в другой мир, освободился от своего аватара. Но действие это ведь одно и то же. И когда вы говорите «переводим все в любовь», когда вы поймете, что такое истинная любовь, туда не надо переводить. Ее не существует. Есть тотальная благость. Она не связана с любовью. Она не связана с разочарованиями. Она не связана ни с каким презрением, учением, гордостью, вообще ни с чем. Просто тотальная благость, которая наполняет вас звенящей свежестью. И все. И это никак не будет похоже на любовь земную. Это абсолютно другое состояние. Это даже не глубина, это просто вы. Вы становитесь этим состоянием. Светлана, доброй ночи. У меня левая ступня мягкая, кожа нежная, правая всегда сохнет и трескается кожа. Разве может быть грибок только на одной ноге? Если, конечно, это грибок. Ну, во-первых, если мы говорим про ступню, да, то нужно будет смотреть, что вы для себя несете, как мужественно так проносите через всю свою жизнь, не обращая внимания на те моменты, когда вокруг вас кто-то радуется или смеется, либо грустит. Вы все равно идете к своей цели. Идете к своей цели и посмотрите, насколько
ваша левая сторона на лице отличается от правой. Скорее всего, там очень большая асимметрия. Если вы возьмете левую бровь, то она у вас будет достаточно болезненная. Если будете нажимать на точки, то правая будет для вас, скорее всего, не такая болезненная, как левая. Я 21 день была на воде и потом поела. Еда была как пластик. Что-то можно совсем без еды, я не знала. Это было 12 лет назад. Это значит, я уже перешла на автономию. Сейчас такого нет, когда 21 день воды. Ну, это значит, что еще ваши рецепторы немножко обнулились. Я уже говорила, да, что наши рецепторы, они находятся не в полости рта, не на языке, они находятся в голове. То есть голова всегда дает, когда вы начинаете кушать, то у вас от определенной пищи происходит определенная химическая реакция. Сначала во рту, в слюнных железах. В слюнных железах, которые отправляют сигнал в кровоток, кровь отправляет, она становится более плотной, либо густой, либо более жидкой. Она становится иного происхождения, и когда такая либо такая кровь попадает в определенные отделы мозга, то она дает сигнал, который сигнал этот вам говорит, нравится вам это блюдо или не нравится. Но это все исходит от головы. И когда вы проходите определенные отказы от еды, например, на 21 день, то эта память, она очень быстро стирается. Стирается та память, которая говорит о том, что вкусно. Стирается та память, как раз которая находится именно в голове. То есть вы можете представить, вспомнить, что вы ели, как вам было вкусно, но когда вы попробуете, это будет не совпадать, этот импульс будет не совпадать с ротовой полостью и то, что происходит в голове. Потому как, когда вы кушаете что-то, вся еда, она, если бы у вас не было память, насколько эта еда вкусна или невкусна, то у вас бы не было никаких эмоций с едой связанных. То есть смотрите, например, если человек никогда не ел кузнечиков, то он на них смотрит, у него не течет слюна, вкусно это или невкусно. Он их просто видит, как кузнечиков прыгающих. А другой человек, например, никогда не ел лимон, и он на него смотрит просто как на яркий, красивый фрукт, и у него не выделяется слюна. Это всего лишь наше воспоминание. И когда вы идете к иным воспоминаниям, к иным нейронным связям, то вам не хочется поглощать эмоциональную природу через рот. Вам хочется познавать эмоциональную природу. Через другие сосуды. Диафрагма поднимается, диафрагма поднимается, легкие начинают работать быстрее. За счет этого, то, что они начинают быстрее работать, начинают шлепать, ну, я таким образным языком, сердце начинает больше переливать крови, и вы получаете определенную дозу гормонального всплеска. И это у вас приводит к определенным воспоминаниям, эмоциям. И вы тогда выстраиваете свою жизнь таким образом, что вам это нравится или не нравится, насколько вы это испытали. Но самое простое, чем это можно добиться, это через еду. Это такой легкий. Почему едой закидываются так часто? Потому что она очень ненадолго дает это состояние. Еда, секс, в общепринятом понимании, который секс. И вы через это пытаетесь получить то, чтобы ваш аватар работал, потому что без всплеска гормональной системы он не будет работать.
но чтобы он работал на чем-то другом, не всегда вы готовы к таким эмоциональным всплескам. Это то же самое, что одни люди, например, катаясь на, не знаю, на американских горках, прыгая с парашютом, им эти состояния нравятся, и они готовы туда идти вновь и вновь, а другие люди, они один раз сходили и сказали: «Не-не-не, это больше не по мне, это не для меня». И здесь то же самое. Нельзя всех привести к чему-то. Но если вы возвращаетесь к одному, постоянно к одному и тому же, задайте себе вопрос, почему вы, вам так важна вот именно эта цикличность? Почему для вас настолько важно не выйти за эти рамки, за эти круги? Почему вам так важно не углубиться туда, где вы еще не были? Почему вам так важно не узнать то, что есть там? Если есть вопросы, то я готова ответить, если есть вопросы в Зуме, я готова ответить, и я, если в Зуме есть вопросы, я не вижу. Я их не вижу. Если кто-то зачитает, было бы здорово. А те, которые с летательными костюмами летают, вообще самоубийцы. Это ваша оценка. Что значит самоубийцы? Нет такого состояния самоубийцы либо не самоубийцы. Есть те, которые получают определенное состояние себя. Через это они выходят из своего тела. Они знают такой путь. Если они захотят больше, они найдут другой путь. Желающие задать вопрос в Зуме, поднимаем руку. Сергей, можете задать вопрос голосом, поднимите руку. Светлана, здесь вопрос от Сергея. Добрый вечер, Светлана. А если блоки по первой стороне, о чем говорит? У мамы такое же. Не поняла, блоки как? Ну, по блоки по правой стороне. Что такое блоки по правой стороне? Тогда будет, что такое блок по правой стороне? Это что-то не работает, это что-то болит. Что такое блок по правой стороне? У нас не бывает такого, что вся сторона правая болит. Правая сторона у нас, если что-то находится с правой стороны, нужно смотреть, что вас зажало с левой стороны. Сергей поднимает руку, сейчас зададим вопрос, повторим. Угу. Здравствуйте, Светлана, да, слышно меня? Да, здравствуйте, слышно. Ну, по правой стороне, то есть, начиная от пятки до макушки, вся правая сторона. Ну, правая рука, я правша, но правая рука у меня слабже, чем левая. Как бы онемение по лицу, по правому, там, и в том числе, вот я там уже сейчас себя изучаю, и по шее сильнее, и стремление, и все такое. Вот. А какие у вас отношения с вашей мамой? Хорошие. Очень хорошие, да? Очень хорошие, да. Угу. Но вот пока вы пуповину с мамой не обрежете, у вас так и будет это. Вы не сможете твердо встать на мужскую сторону. Я обрезаю, как бы сейчас уже я начинаю ее учить. А здесь же дело не в учении происходит. Здесь дело в том, чтобы
донести маме, чтобы мама осознала, что вас не нужно поддерживать в слабости. Да, понимаю, о чем вы говорите. Тоже над этим работаю. Показываю свою силу в слабости. И свою спокойную реакцию. И она успокаивается, перестраивает свое отношение, видение. Спасибо, благодарю. Ну, просто вот интересно, как это по роду передается. Вот там дальше, если копать, там от дедушки это идет, от маминого. Нет, это идет не от дедушки, это идет от маминой мамы. Ну, может, от маминой мамы, но это было не от маминой мамы, а как получается, от маминой бабушки, от прабабушки. Посмотрите, что было у прабабушки, какие у нее были отношения, какие у нее были отношения с дедушкой. И вот как раз вот у этого дедушки у него была мама, у которой достаточно прилюдно убили кого-то из мужчин на площади. Как раньше, гильотина, да? Это голова. Голову. Если вы сможете, то вы можете это вспомнить. Да, я пересмотрю эфир, запись, потому что я уже запутался там на втором где-то про бабушки. Хорошо, пересмотрите. Благодарю. Всегда вас с удовольствием слушаю. Спасибо большое. Да, здесь такой интересный вопрос. Светлана, анорексия и булимия с чем связаны? Анорексия и булимия связана с дефицитарным поведением матери. Матери, когда она была беременная. Когда ребенок был во внутриутробном состоянии. Это никогда не состояние самого ребенка. Это именно дефицит того, что есть в беременной женщине. Когда ей не хватает внимания, когда ей не хватает внимания, может быть, от мужчины, может быть, от близких, может быть, от самой себя. И когда она находится вот в этом дефицитарном состоянии, а это, ну, я, наверное, назову так, не побоюсь такой цифры, 70% наших женщин в таком состоянии находится. И одно из причин это как раз на еде это всего лишь только отражение, чтобы дойти до этого состояния, дойти до того состояния, чтобы его выплеснуть наружу. Мама выплескивает через ребенка свое состояние наружу таким образом. Ребят, я еще хочу сразу же воспользоваться моментом. Если кто-то в Сочи живет, либо близлежащих там где-то местах, 26 числа в Сочи на Горького 62 будет абсолютно безоплатная встреча. И я там отвечу на все вопросы, на которые не могу ответить в прямых эфирах. Вот поэтому приходите, буду рада вас видеть. Очень мне приятно, что я могу устраивать те встречи, которые не подразумевают какую-то оплату. Физическое тело питает эфирное, астральное и ментальное. Для этого ему нужна еда в здоровом теле, здоровый дух. Но если для вас это так, то пожалуйста, я не спорю. Да, ребят, если вопросов больше нет, я вас всех очень-очень благодарю за то, что были здесь, и я тогда буду отключаться. Всех большое спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.